В общем, на завтрак у меня была овсянка с малиной и шоколадка с чаем. Вот, сейчас я уже покушала, сижу, шишка еще более-менее держится. Вот так. Я уже умылась, поэтому скоро пойду краситься. Вот, у меня какое-то было тут. Ну, в принципе, дома я практически никогда не крашусь, то есть только на выход куда-то. Но привести себя в порядок не мешало бы. Сейчас уже полноценный день, вот, я иду по всяким делам, поэтому вот так. Поэтому всем пока, это было просто мини-утро, никаких разговорных видео, моментов, точнее, практически нету, поэтому всем пока-пока, вам хорошего дня или ночи, кто, ну, у кого сколько времени, кто-то может быть вечером смотрит, поэтому кому-то спокойной ночи, кому-то хорошего дня и так далее.